на конкурс «Дети читают стихи». Меня зовут Бондаренко Иван, мне 12 лет. Я учусь в Ворошиловской основной общеобразовательной школе. Живу в деревне Большое Веретье Осташковского района Тверской области. Стихотворение «Давно закончилась война». Давно закончилась война, давно с войны пришли солдаты, и на груди их ордена горят, как памятные даты. За Брест, Москву, за Сталинград, и за блокаду Ленинграда, за Керчь, Одессу и Белград, за все осколки от снарядов. Вам всем, кто вынес ту войну в тылу или на полях сражений, принес победную весну, поклон и память поколений.